Здравствуйте, друзья! Подразделение Mercedes AMG работает над абсолютно новым высокопроизводительным четырехдверным автомобилем. И как я понял, он придет на смену нынешнему Mercedes GT63 AMG. Я уже как-то рассказывал вам о планах Mercedes построить такой автомобиль. Но сейчас появились первые шпионские снимки проекта и рендеры. Предсерийный прототип нового флагмана AMG был замечен в Германии под толстым слоем камуфляжа. И даже с такой толщиной пленки все равно просматривается влияние концепта Vision AMG. У автомобиля такой же вытянутый низкий силуэт и аэродинамическая линия крыши. Правда, к самим пропорциям есть вопросы, и автомобиль кажется немного странным в этом плане. В значительной степени благодаря более длинному капоту и развитым задним крыльям. На оптику нет смысла обращать внимание. Это временные элементы для отвода глаз. А вот задний активный спойлер перекочует в полностью серийную модификацию. Технически новый AMG GT4 станет настоящим шедевром. Именно на нем дебютирует новая платформа AMG EA. Эта платформа разработана исключительно AMG подразделением и будет использоваться на полностью электрических моделях подразделения. То есть обычный Mercedes она не достанется. Можно только представить, сколько денег у Mercedes, если его придворное ателье обладает необходимыми ресурсами, чтобы разработать свою собственную платформу. Согласно ранее опубликованной информации, новинка получит кроме современной платформы еще и самые топовые электромоторы от британской фирмы Yasa. Я о них уже рассказывал неоднократно. Особенность этих моторов заключается в том, что Yasa в своих двигателях использует технологию аксиального потока. Ее моторы обладают мощностью до 4 раз выше, чем у моторов, используемых почти во всех электромобилях на дорогах сегодня. При этом они примерно на 50% меньше и легче. При весе в 24 кг такой мотор способен выдавать пиковые 500 лошадиных сил и 800 ньютон-метров момента. На фоне более устаревших моторов с радиальным осевым потоком – это сумасшедший скачок в производительности. Но одними моторами дело не ограничивается. В автомобиле также будет использован и более тонкий и энергоемкий батарейный блок от американской компании Сила. О нем пока мало что известно, но он будет намного эффективнее и легче всего того, что есть сейчас на рынке. На выходе AMG GT4 предложит отдачу в 1014 лошадиных сил, и он будет значительно мощнее своего гибридного родственника Mercedes AMG GT63, который развивает 843 лошадиных силы. И к тому же будет намного быстрее и с легкостью преодолеет отметку в 2,5 секунды до первой сотни. Главным конкурентом новинки будет Porsche Taycan, а премьера электрического Mercedes AMG GT4 запланирована на 2025 год. Так что ждем. Калифорнийская компания Karma Automotive представила свой первый полностью электрический автомобиль с необычным именем G-Sera. Перед нами четырехдверный Grand Tourer, построенный на базе другого проекта компании Rivera, и он оснащен полностью электрической силовой установкой. Но давайте обо всем по порядку. В длину новинка вытянулась на целых 5 метров и 7 сантиметров и выделяется изящным внешним видом со стремительной передней частью, стильными отверстиями в передних крыльях для вентиляции тормозной системой и аккуратной задней частью. Хоть это и электрокар, тем не менее у новинки приятные пропорции с длинным капотом и короткой задней частью, что обычно характерно для автомобилей с большими ДВС. Karma в новом проекте поработала и с интерьером. В новинке используется новая центральная консоль с большим сенсорным экраном, информационно-развлекательная система нового поколения и абсолютно другой руль. Ранее такие элементы компания не использовала в других своих проектах, так что в этом плане Grand Tourer стоит особняком от других проектов компании. G-Sera – первая электрическая модель от Karma с момента ранее анонсированного GSE6, который так и не добрался до производства. Президент Karma Automotive Маркес Макаман утверждает, что новинка много в чем отличается от GSE6, несмотря на то, что оба проекта используют одну и ту же алюминиевую шасси-раму. Во всем остальном новинка другая, с новым дизайном батареи и предлагает отличные характеристики. В электрокаре используется новый аккумуляторный блок
емкостью в 120 кВт-час. Благодаря ему новое творение Карма может проехать на одном заряде 402 км. Grand Tourer оснащается одним задним электрическим двигателем мощностью в 598 сил и крутящим моментом в 939 ньютон-метров. Карма утверждает, что разгон от 0 до 100 занимает 4,2 секунды, а максимальная скорость составляет 217 км в час. Не самые выдающиеся показатели, учитывая стоимость новинки, но и позиционирование автомобиля никак не связано со спортом или быстрым ускорением. Это просто автомобиль для дальних поездок. Ну ладно, не очень дальних. Выход новинки на рынок запланирован на конец 24 или начало 25 года. Согласно ранее сделанным заявлениям президента компании, цены на автомобиль ожидаются в диапазоне от 175 тысяч до 225 тысяч долларов. В общей сложности компания планирует выпустить 2000 единиц электромобиля за 4 или 5 лет производства. Помните, у Mercedes был такой необычный концепт Vision Mercedes Maybach Ultimate Luxury. Компания даже собиралась пустить его в серию, но, видимо, не судьба. В Mercedes в конечном итоге отказались от этой затеи. Супер-роскошный концепт изначально создавался как попытка стереть границы между кроссоверами и седанами и был ориентирован на китайский рынок, но планы изменились. Как утверждает одна немецкая газета, ссылаясь на трех внутренних источников компании, Mercedes полностью заморозил данный проект, якобы из-за его большой дороговизны. Если бы он пошел в серию, то превзошел бы по стоимости все продукты от Maybach. Да и по габаритам это был бы один из самых больших продуктов компании. Фактическая длина концепта составляет 5 метров и 26 сантиметров. В этом плане он превзошел бы даже Mercedes GLS и имел бы куда более роскошный, наполненный высокими технологиями четырехместный салон. Еще одной особенностью серийной модели должна была стать силовая установка, представляющая из себя 4 электромотора, генерирующих 760 сил. Учитывая габариты и вес концепта, серийная модель должна была проезжать почти 550 км пути на одном заряде. Самое интересное, что кроме такого вот Maybach, в планах компании также фигурировал кроссовер среднего звена с таким вот типом кузова. Речь идет об электрическом Mercedes EQE SUS. SUS расшифровывается как Sport Utility Sedan. Однако компания в конечном итоге отказалась от идеи введения третьего кузова, опасаясь, что китайских покупателей может недостаточно заинтересовать еще один массивный электромобиль. Напомню, что в данный момент EQE предлагается в двух кузовах – седан и кроссовер. А мог бы быть еще один вариант исключительно для Китая. Кроме того, новинка должна была стать первым автомобилем Mercedes, производимым исключительно в Китае, поскольку у автопроизводителя не было планов предлагать его в других странах. Но, как я сказал уже, этого не будет. И Mercedes заморозил данный проект. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели этот ролик, надеюсь, что вам было интересно, а чтобы не пропускать новые видео, рекомендую подписаться на канал, а также не забывать о странице в Инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи!